Привет, Страж! Ты смотришь канал Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, и это новое видео о Destiny 2. Одно из самых лакомых новинок дополнения «Военный разум», которое выйдет уже 8 мая, по-моему, является появление Абсолют Экзотиков. Изначально я был скептически настроен, но когда мне раскрыли способ получения, вернее производства этих экзотов, я стал ждать. Итак, в этом видео мы и поговорим о том, как создать экзотическое абсолют оружие. Когда разработчики наконец рассказали о том, как будут добываться эти особые пушки, они обратили таки свое внимание на причину всех проблем экзотов. Их слишком легко получить. Ну, кто вот играет с релиза Destiny 2 и не собрал коллекцию? Да не верю, что есть такие. Все собрали, и теперь Bungie не будут заставлять вас выбивать их в несколько ином грейде заново. Вместо этого они придумали способ получше. Получше, потому что потруднее. Теперь у каждого экзотического оружия Destiny 2 будет соответствующий ей вариант Абсолют. Чтобы начать процесс улучшения экзотика, игрок прежде всего должен получить специальный ресурс – катализатор экзотического абсолюта. Если вы откроете страницу с подробной информацией об оружии, то найдете подсказку о том, где можно будет найти данный катализатор. Не все они будут выпадать с одинаковой частотой, некоторые будут гарантированно падать после выполнения определенных заданий, а некоторые случайным образом, и придется проходить, например, один и тот же налет по много раз. Мне на этом моменте вспоминается охота за Краксов Крота из первой части, та же примерно система. Как только вы получите катализатор, его можно будет сразу установить на оружие, и оно по сути уже станет абсолютом, в том лишь смысле, в котором его понимаем мы сейчас, начнет генерировать сферы света за каждое двойное убийство и вести счет всех убитых им врагов. Но с установкой катализатора игрокам также станут доступны новые задания контракты, после завершения которых оружие станет абсолютом в полной мере. Повышение до типа Абсолют добавит еще один особый перк с полезными свойствами, а также улучшит характеристики и бонусы оружия. Например, по слухам, крыло бдительности может получить автоматический режим стрельбы в ранге Абсолют. Страшно? А вот экзотический пистолет-пулемет-анализатор рисков получит неплохой такой бонус к эффективному расстоянию, как мы видим на этих кадрах. Разработчики отмечают, что для улучшения некоторых пушек вам потребуется выполнить всего лишь одно задание, а для других потребуется завершить несколько таких контрактов. Разумеется, эти задания тоже будут разными по сложности и времени прохождения. Для получения экзотики Абсолюта вам придется изрядно поработать тем оружием, которое вы хотите улучшить, поскольку для каждой винтовки задания индивидуальное. Разработчики отметили, что на некоторых пушках задания намеренно сделали очень сложными. Уже думаете о том, какую пушку будете прокачивать первой? Крыло бдительности? Миду? А может быть что-нибудь новое, Сурос режим, например? Я уже думаю, с чего начать, но разрабы спешат остудить наш пыл. Не все экзотики Абсолюты будут доступны в третьем сезоне, то есть с релизом DLC. Нам предстоит вручную проверить на странице свойств каждого оружия, есть ли возможность вставить в него катализатор или нет. Со временем Bungie будут увеличивать коллекцию доступных для прокачки экзотов, а пока дают нам на время выбрать из несколько ограниченного списка. Да оно и к лучшему, а то трудности выбора и сложность процесса могли бы здорово затормозить прокачку нашего арсенала. Так что ждем. Осталось совсем немного до релиза. Подпишитесь на канал, еще много впереди интересных деталей, о которых предстоит рассказать, так что не пропустите. Пока!